Рисунок тюменской студентки «Украсть обертку шоколада для российских бойцов». Елизавета Морозова приняла участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и предложила эскиз. Его выбрали для печати на обертках лимитированной коллекции шоколада для военных. Девушка изобразила волка, который олицетворяет бесстрашие и свободу. Я считаю, что важно поддержать наших бойцов, потому что сейчас такое непростое время, и, наверное, им стоит всегда помнить о том, что у них есть дом, даже когда они находятся далеко от него, что мы готовы их поддержать и будем с ними вместе до конца.